Не стоит много говорить о полезных свойствах гречихи. Каждая хозяйка знает, что ржаной и гречишных хлеб намного полезней, чем пшеничный. Расскажем рецепт, как приготовить гречишный хлеб в хлебопечке. Если хотите полакомиться свежим и ароматным хлебом, то не нужно бежать в магазин, либо целый день морочиться на кухне с замесом и выпечкой. Хлебопечка все сделает сама, нужно только засыпать все ингредиенты и выставить нужный режим. Гречишный хлеб обладает кисловатым вкусом, он отлично подойдет для приготовления бутербродов и тостов. Такой хлеб станет отличной альтернативой пшеничному. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. В чашу для хлебопечки засыпаем следующие ингредиенты. Вода, соль, дрожжи, сахар, все виды муки и заранее замоченный изюм. 2. Включаем функцию замешивания, открываем машину и проверяем. Тесто может сместиться в одну сторону, поэтому проверяем, а если нужно, то разравниваем равномерно по всей форме. 3. Выставляем режим выпечка ржаного хлеба и выпекаем до звукового сигнала. Готовый хлеб вынимаем из формы и выкладываем на доску. Сразу не разрезаем хлеб, оставляем немного остывать, после чего наслаждаемся вкусным и ароматным хлебом. Жду ваших лайков и комментариев. Продукты и их количество. Далее. Вода 400 мл. Пшеничная мука 400 грамм. Ржаная мука 200 грамм. Гречишная мука 65 грамм. Сухие дрожжи 2 чайных ложки. Соль 1,5 чайных ложки. Сахар 2 чайных ложки. Изюм по вкусу. Количество порций 1. Щелчок. Клик. Нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.